Народ, всех приветствую. Короче, у нас стоят морозы. Сейчас на данный момент минус 31. То, что я вам изначально на градуснике показывал, это на солнышке. Чуть-чуть от солнышка вышло, сразу немножко прибавок есть. Якобы там минус 29, но на самом деле минус 31. Никуда не хотел ехать сегодня. Вчера никуда не ездил. В общем, заглянул тут я в YouTube, поинтересовался. Просто набрал в поисковике SM002 и наткнулся на один, не канал даже, аккаунт, видно, недавно создан, 166 подписчиков, еще удивительно, просмотр видео 2000 там с копейками. Я думаю, дай да загляну, посмотрю. А в названии так, SM002, что-то там тыры-пыры, зарылся в пухляке. Ладно, думаю, посмотрю. Ну, человек все едет, едет. Я ничего против не имею. Просто у меня вот это видео, которое я посмотрел, оно меня сподвигло снять сегодняшнее видео. В этом видео я сейчас буду разговаривать много, но буду говорить все по делу. Так что послушайте и посмотрите видео до конца. Конкретно сегодня будет идти видео у нас по SM002, но, возможно, я это все дело совмещу еще с охотой. У меня с собой ружье вот в чехле. Поищу куропаток. Без лыж сегодня, пухляк самый натуральный, по колено идешь, можно, в принципе, где-то по 200, по 300 метров побродить, поискать. Самое главное, обнаружить следы. Я хочу болото здесь объехать. Ну так вот, самое главное, наткнулся на это видео, да, посмотрел, я на 16 минут перемотал все это дело, потому что просто человек тупо едет, тихонько. Видно, что стесняется еще, видно, только недавно приобрел снегоход. Опыта совершенно у него нет по снегоходу. Снегоход этот не совсем легкий, и нужно уметь управлять им. Самое главное, сегодня видео я сниму как бы для дилетантов. Кто профессионалы, можете сразу видео закрывать и все такое. А можете меня просто поддержать лайком и комментарием. Правильно, нет, я сегодня все это дело выскажу. Вот, это видео и этот вообще аккаунт я, ну, не первый на просторах YouTube наблюдаю. У кого-то ролики разваливаются, кому-то не нравится... Как здесь подогрев ручек работает. Кому-то не нравится здесь топливный насос. У меня стоит родной. И знаете, в чем самая интересная фишка? То, что люди покупают снегоход, даже 100 километров не проезжают, создают аккаунт и начинают туда запуливать видосы. То не понравилось, это не понравилось, там не так, тут не эдак. Вот. Прежде чем что-то высказывать по SM002, нужно сначала откатать как минимум, ну, я не знаю, ну, хотя бы пару месяцев. Выкатать бака 3 бензина и понять расход и все такое. Расход начинают замерять, даже не обкатав двигатель. Двигатель нужно обкатать, примерно 400 километров надо проехать. Только тогда уже адекватно будет вам показывать расход топлива. При обкатке всегда топливо жрет двигатель больше. Это... Многие знают, а многие не знают об этом. Этот снегоход у меня новый. У меня предыдущий был SM002 с 20-кой. Он меня полностью устраивал, но захотелось что-то помощнее, покрасивее, посерьезнее. Сейчас он уже более-менее доработанный. Я тот продал старый. Я сейчас все это говорю, кто не знает. Тот продал, добавил и купил этот снегоход. Этот уже 30 лошадей ланчин. Ну, в принципе, все то же самое остается. Так вот. В сегодняшнем видео я покажу, как управлять нужно снегоходом. Как минимум, ну, пару тонкостей, пару фишек скажу. И покажу это на деле. Вот. В этом снегоходе меня все устраивает. Я сюда залил 30 литров поначалу бензина в бак. И вот у меня получается сейчас 58 километров я проехал в баке практически там, ну, уже на дне. Так что сегодня я десятку взял на всякий случай. Вожу с собой, если где-то обсохну, то я скажу, сколько по спидометру. И спидометр этот, он в общий счетчик вписывает только тогда, когда вы проедете километр. То, что вы проехали до километра, там 999 метров, это не запишется. А я таких расстояний много уже проехал. То есть, получается, здесь 58, и можно смело добавить еще десятку. То есть, где-то 68 километров я проехал смело на этом снегоходе. Это очень мало, поэтому я сейчас много судить об этом ничего не буду. Ни по роликам... Вообще ни по ходовке, ни по двигателю, ни по насосу, вообще ничего. Этого пока я не понял еще. Но все в дальнейшем это я буду уже оговаривать. Я хочу поездить, ну, месяца два хотя бы. Бачка 3-4 я выезжу, и тогда буду адекватно уже
по этому снегоходу делать обзор. Но сегодня самое главное. А, вот еще. По датчику температуры. У меня была 20-ка на первом СМ-002. Я никогда не парился. Какая там температура? Ездил в минус 40, ездил и в плюс 5. В апреле, знаете, когда уже снег тает, там чуть ли не до мая. Никогда не парился, чтобы двигатель что-то грелся там или перегревался, или не догревался. Здесь стоит датчик температуры. Кто купили такое СМ-002 уже с датчиком, все что-то там паникуют. Какая температура, какая рабочая, какая нерабочая. Да какая разница? Завел и поехал, все. Эти двигателя предназначены для большого, так сказать, температурного диапазона. То есть можно заводить его в минус 30, и также будет он работать в плюс 30. Двигатель-то предназначен для, грубо говоря, для летней техники. Тут вообще не надо париться, что он перегревается. Никак его не перегреть. Я вот сейчас проехал с километра, да, температура набралась максимум только до 50 градусов. То есть мне нужно еще вот эти сетки боковые закрыть, чтобы он температуру рабочую набрал. Рабочая температура, ну, градусов 90-100. Это нужно километров 5-10 проехать, чтобы температура здесь была за сотню. И я никогда не парюсь. Я даже больше скажу. Я этот датчик, наверное, скоро отключу, потому что он просто-напросто он отвлекает. Без этого датчика ездил и вполне себе нормально. Не надо париться. Этот двигатель не перегреть. И заводить его в минус 35, в минус 30 не надо бояться. Ну что, что я хотел высказать, в принципе, высказал. Что-то, может быть, забыл, упустил, я еще скажу в конце видео. Если в чем-то я не прав, поправьте меня обязательно в комментариях. Мы это обсудим. Ну что, давайте я сейчас покажу, ну там, представим себе такую ситуацию, что я еду на снегоходе где-то на Косогоре. Как нужно правильно управлять и что нужно перед тем, как перед Косогором нужно заранее уже видеть то, что тебя будет клонить в какой-то бок, на левый, там, на правый. То есть нужно предварительно уже на какой-то бок перескочить, чтобы снегоходом можно было как-то балансировать. Это же все-таки снегоход, он ходит в любой пухляк, он ходит сверху, и то есть центр тяжести получается высоко. На нем, если в пухляк ездить, сидя, на нем не получится ездить. Надо постоянно с места на место перепрыгивать, то есть желательно ездить стоя. А вот там, как я видео увидел, человек ездит. Это просто капец. Я его, это видео не досмотрел, я его выключил нафиг. Человек просто сидит на нем, его потащило, вот небольшой косогорчик, его потащило, раз, он понял, он понимает, что его на переворот хочет. Он останавливается, тыкает заднюю и начинает туда-обратно ездить. Зад-вперед, зад-вперед. Перевернись ты на тот бок. И все, и выровняться. И там он закопался, короче, в пухляке. Я тоже, как бы, офигел немножко. Он просто вот так вот едет по полю, спускается к кустам спустился и хочет обратным ходом выехать точно так же. И все, и зарылся. Так ясен перец. Там сзади еще какая-то ветка, он в нее уперся. Весь снег из-под себя выгреб, там уже трава. И все, и получается зарылся. Ну, я не знаю, ну едьте дальше прямо. От кустов просто отверни и все. То есть такие громкие заявления, как бы, да? Зарылся он там на СМ-002 в пухляке. Зарыться можно на любом снегоходе, смотря где ехать и куда заехать. Есть вот такие вот места, знаете, вот такая канава, да? Если вот так в канаву заехать и остановиться, да, и пытаться задом выехать, все, вы запилитесь до самой земли еще дальше. Это на любом снегоходе такая вещь. Так что тут просто надо уметь ездить и не соваться туда, куда не стоит. Лучше просто объехать. Итак, давайте покажу вам ситуацию, как клонит снегоход и как лавировать все это дело. Как перепрыгивать с ноги на ногу, чтобы снегоход не завалился и не закопаться. Сейчас самый натуральный пухляк, морозный. Я вот просто иду, я ступаю в валенках, да, я чувствую даже, как я до земли проваливаюсь. И там кочки вот эти мелкие, там какие-то палки, я их ощущаю ногами. То есть снег абсолютно пухляк. Поехали. Вот смотрите, подъехал я к такому месту, да, бугор. Вот он бугор, за парой ничего не видно. Вот видите, вот бугор, и он вот так спускается налево. Ну, вниз будет меня клонить на левый бок.
Сейчас я попробую проехать так, чтобы, ну, просто ровно ехать, не перемещаясь на снегоходе налево-направо. И посмотрите, как меня будет заваливать. Сейчас подойдем поближе. Я вам покажу. Видите, какой уклон, да? Вот он. Уклон налево идет. Сейчас я по этому уклону проедусь. И покажу вам, как это все работает. Поставим камеру. И вот смотрите, сейчас я проеду здесь, просто сидя на снегоходе. Видели, да? Меня просто наклонило вниз. И теперь смотрите, что человек делает. Сейчас покажу. Он пытается его руками поднять. Вот так вот. Он попытался его руками поднять. И начинает втыкать заднюю передачу. И он тем самым еще больше забуривается. А что нужно сделать? Сейчас я покажу. Нужно на правый бок полностью переместиться. А вот это вот называется, он зарылся в пухляке. Смотрите, что он сделал. Там же брызговик пластиковый стоит. И то есть он просто пытается в гору заехать задним ходом. Видите, какую фигню нарыло? Это естественно, это ни один снегоход задом так не зайдет. Ну, может быть, есть такой снегоход, как Буран. Возможно, задом он лучше зайдет. Он задом всех лучше ходит. Вот такая вот ситуация. Естественно, сейчас я отсюда отъеду, и там просто будет до земли все, весь снег вырыт. Задом-то в гору кто будет заезжать? Ну это тоже неадекватная какая-то фигня. Человек просто не знает, он думает, что снегоход, он просто ходит поверху и не наклоняется ни налево, ни направо, ни взад, ни вперед. Вот, видите, да, брызговик сейчас будет работать по принципу отвала. Он начинает собирать снег, и такой тупик собирается здесь. А здесь получается голая трава, покуда он, собственно, и начинает просто буксовать. А что нужно сделать? Нужно просто на этом месте развернуться и ехать передом. Вот так вот. Сейчас покажу еще, как я лавирую вот по таким неровным местам, чтобы снегоход не завалился. Как нужно вообще в целик ездить. Это уж я снимаю для полнейших дилетантов. Может быть, посмотрят и не будут раньше времени снимать видосы, что снегоход там где-то зарылся в пухляке и все такое. Не знаю, 4-й сезон подряд я езжу на таком снегоходе, ни разу нигде не зарылся и ни разу с собой лопату даже не возил. Ни разу. Только топор. Вот я переместился полностью налево, и снегоход завалился сразу. На ровном месте. Теперь обратно. Раз он выровнялся, поехали. Вот косогор. Сейчас меня налево должно клонить. Сейчас я перемещусь вот так вот
на ступеньку правую и ровно проеду. Вот в чем проблема. А если бы я ехал сидя, меня бы сразу наклонило в левый бок. То есть, когда на поворот идем, заваливаем его, вот так. Как-то так. Ну вот, более-менее показал, как мог. Мне просто надо ехать уже дальше в лес. Самое главное для меня было вот это вот показать, как нужно лавировать. Ну это, многие, конечно, посмеются над моим видео, но для дилетантов нужно просто показать такое видео. Потому что снегоход — это не стул и не кресло. Это постоянно динамическая езда, особенно где-то в лесу. Там бывает вспотеешь так, что... как будто бы ты не едешь, а ты как будто бы бегом бежишь. Есть такая тонкость. Вот. И угол поворота намного меньше. Радиус поворота точнее. А сам разворот, он круче намного становится, когда начинаем перемещаться слева направо на снегоходе. Вот так вот. Ну, как мог, показал. Кому-то может это интересно, кто-то может быть в первый раз это все видит. Дело от сетку опять забило пыхой. Снегоход офигенный, идет по любому пухляку. 30 км в час разгоняется в пухляк и 55 разгоняется по накатке, ну по дороге, грубо говоря. Где-то может быть, если по реке разогнаться по льду. Там ровное все. Вот такой вот SM-002. Катаюсь я на нем совсем еще немного. Так как у нас морозы стоят, будут деньки потеплее. Я хочу тесты сделать по замеру топлива. У меня уже канистра приготовлена, все. Я все это обязательно покажу. И вот смотрите, как вот... не, даже 58 не перевалило. Я уже сейчас сколько наездил, у меня все еще 57 километров общий по счетчику. Видите? 57. А сейчас я проехал минимум километра полтора. То есть я все время сейчас проезжал. Если выключить зажигание, то счетчик вот этот сбрасывается, который вы сейчас по факту проехали. И то есть, пожалуйста, я километра полтора сейчас наездил, да? Вот прям на одном пятаке. В общий счетчик не вписалось. Но оно наматано, проехано. Вот так вот, ребята. Ну что, подытожим это видео. Глаза слезятся, блин, вот эта снежная пыль летит. Это я еще тихонечко ездил. Так, ну, в полгаска, можно сказать. Вот. Короче, что скажу. Засадить в пухляке абсолютно любой снегоход можно. Абсолютно любой. Хоть горник, хоть какой. Вот. А этот снегоход, он и вес имеет. Плюс он еще длинный, как бы, да. То есть где-то его вот так вот засадить, да просто тупо взять... и небольшая такая горочка, просто подъехать задом к этой горочке и попробовать заехать на эту горочку, соответственно. Все, он закопается. Законы физики надо немножко просто знать. Это все-таки снег. Если бы снег был надувной, где-то его сильно надуло, плотный, что аж человека бы держал, да, там другой вопрос.
Но опять же тоже есть такая тонкость. Он же не вплоть до земли такой плотный. То есть если верхний слой срыли, он туда уйдет до земли, да? Вот с такого снега уже выехать будет проблема. Там уже без лопаты не обойтись. Вот. Я в основном езжу по лесу, пусть не по такому густющему, но я ни разу с собой лопату не возил. Вот честно скажу. У меня нигде никаких крепежей под лопату нету. Никогда не возил. Никогда не зарывался. Я просто еду, смотрю. Если я себя чувствую, что я в эту горку не зайду, то я просто ее обойду. И все. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Следите за видео дальнейшими. Дальнейшие видео будут по поломкам, по расходу. Я все это буду сейчас снимать. Только немножко нужно подождать, когда будет потеплее. Потому что в минус 30 такое себе удовольствие, конечно, что-то, какие-то эксперименты ставить. Так что давайте. До новых видео. Пока.